Ребята, всем привет! Сегодня 30 декабря 2017 года. Температура в Анапе днем была плюс 22. Сейчас плюс 18. Вон, видите, на великах гоняют тут всякие разные. Вот. И мы решили сегодня сходить на берег. Море спокойное, тихое. Взяли с собой инструмент. Ну и, естественно, приборчик. Сейчас пойдем погуляем, подышим морским свежим воздухом. В общем, до Нового года осталось совсем немножко. У нас тут вечно загорающий мужик лежит. И зимой, и летом одним цветом. Вот речка Анапка, которая впадает в Черное море. На море тихо, спокойно. Народ в волейбол играет. Люди гуляют. Красота. Народ вышел в волейбол погонять. Здорово. Море спокойное. Тихо. Люди вон купаются. Отважные. Скоро солнышко зайдет. У него, наверное, традиция такая перед Новым годом сходить типа в баню. Ну, тоже нормально. Закопаем и пойдем с тобой. По традиции кладоискателей сейчас мы угостим земляного дедушку. Ладно, хорош копать-то, а то не достанет. Сладенькой вот такой конфеткой в шоколаде. Конфету самую вкусную взял. Блин, самую вкусную конфету взял. Закапывай. Все, дедушка. Да, все, дедушка, давай нам. Чего-нибудь нам дай хорошенького. Да, вкусненького, интересненького. Да. Ну, ладно. Подарочек. Да, подарочек. Пойдем, поищем по берегу, походим. У нас тут плавают всякие кораблики. А вон кто-то коптер поднял. Не, далеко. Не сниму. Парень квадрокоптер запустил. Ну вот, не успел включить аппарат, как нашел 5 рублей. Ну, такие находки тут не редкость. Пятерочки, рубли, так что за часик рублей 100-200 наковырять можно. Пищит она красиво. Нормалек. Вот эта копейка мне все нервы вытрепала, пока ее откопал. Ну, в общем, пятерочки, рубли, двоечки. Все как обычно. Ничего интересного. Солнышко у нас заходит. 30 декабря. Красота. Ладно, сейчас еще минут 15 похожу. И на этом заканчиваем. С наступающим Новым годом вас всех, дорогие мои друзья. Ребенок тоже решил заняться металлопоиском. А у нас тут еще на берегу книжки читают. С
сегодня купальщиков много. А вон и луна.